Второй год подряд в детском саду «Теремок» педагоги и дети работают над проектом «Поволжье. Край, в котором я живу». Этот проект уже два года подряд становится обладателем гранта главы Заинского муниципального района. В рамках проекта 13 декабря в детском саду прошло мероприятие для музыкальных работников и педагогов татарского языка. В рамках реализации этого проекта мы знакомим детей и родителей именно с народами Поволжья, с их традициями, обычаями, обрядами. То есть ребятишки, каждый человек должен знать свою историю. Участникам мероприятия был показан пример того, как дети познают историю родного края через многонациональную дружбу. Примечательно, что на этот раз дети представили и новые костюмы, которые были приобретены на средства гранта главы Заинского муниципального района. В прошлом году на сумму гранта 60 тысяч рублей были сшиты три костюма – русский, татарский, башкирский. И в этом году на грант в 20 тысяч еще четыре – удмуртский, чувашский, марийский и мордовский. В планах педагогов, курирующих проект «Народы Поволжья», выйти на республиканский уровень. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.